В Самарском региональном центре для одаренных детей сегодня праздник. Старшеклассники впервые отправились на экскурсию на завод, где делают моторы для космических кораблей. Традиционная ежегодная акция «Неделя без турникета» проходила на заводе кузнецов 12 апреля. До пандемии подростков водили по цехам. Сейчас экскурсия дистанционная, после которой молодежь нередко мечтает связать свою жизнь с космической отраслью. На ОДК «Кузнецов» работает много молодых специалистов. Об уникальности своей профессии они с интересом рассказывают школьникам. Они могут очень легко и просто рассказать про свою работу, потому что они уже специалисты, они в этом живут каждый день. Без использования сложных формул, сложных терминов, они действительно передают свою эмоцию детям, пусть и по видео, но они рассказывают, и это очень увлекательно и интересно. На виртуальной экскурсии школьникам рассказали, какой огромный вклад завод внес в развитие космической отрасли в нашей стране. Что Самара – это космическая столица. Ведь в нашем городе не только создавали ракетные двигатели, но и сам космический корабль «Восток». На нем в далеком 1961 году 12 апреля Юрий Алексеевич Гагарин, первый из землян, отправился покорять космос. Тогда многие мальчишки мечтали о космосе. С тех пор ничего не изменилось. Одни покоряют внеземное пространство, другие помогают им в этом героическом деле строят ракеты. Когда ты видишь на выходе твою работу, то есть ты написал технологический процесс, и после того, как ее изготовили в цеху, ты на нее смотришь и действительно радуешься своему делу. Школьникам показали не только макеты двигателей, но и раскрыли тайну сборки настоящих моторов. Инженеры-конструкторы и технологи, слесари-сборщики рассказали, как создаются отдельные узлы и детали. Старшеклассники восторгались увиденным. Этот опыт был очень интересным, потому что до этого наш класс не принимал участия в мероприятиях подобного рода. Мы смогли увидеть своими глазами целый завод, куда попасть на обычную экскурсию у нас бы не было возможности, поэтому этот опыт для меня и для моих одноклассников стал очень интересным. Хорошая, на самом деле, идея – сходить на очную экскурсию в ОДК. У меня есть желание. После столь необычной экскурсии некоторые старшеклассники Самарского регионального центра для одаренных детей решили поступать в аэрокосмический университет, связать свою жизнь с космонавтикой и, если повезет, придумывать новые ракетные двигатели. Сергей Кизоркин. События.